Теперь переходим к списку шаблонов. У вас есть возможность создавать три шаблона. Они вот так вот селестаются. Значит, сверху есть вот такая кнопка Edit. Вы можете давать название данному шаблону, допустим, там лекарство. И просто отличать один шаблон от другого. Да? По поводу панели управления, значит, по поводу товаров, вы можете добавлять в дополнительные панели с опциями, вы можете добавлять или убирать товар из списка покупок. Также выезжает панель, в котором вы можете ввести количество. И не обязательно с единицей измерения. И можете добавлять товар в список покупок. И убирать товар из списка покупок. Можете добавлять товар в избранное и убирать из избранного. Можете редактировать этот товар прямо здесь и удалять его из шаблона. Вы также можете отмечать как купленный. Также все это можно сделать. Кроме того, имеется здесь общая панель управления всеми товарами, находящимися в конкретном шаблоне. Вы можете добавлять свой кастомный товар. Сюда просто вводите название и добавляете сюда. Можете отправлять все товары из данного шаблона в список покупок. Пожалуйста. Можете отправлять все товары из этого шаблона в список с избранными товарами. Пожалуйста. Либо можете удалить все товары из данного шаблона.